Здравствуйте, мои хорошие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами, как можно сделать красивые, моднейшие сережки. Это очень быстро и очень здорово. Смотрите, нам нужна швенза, этот крючочек. Потом такая какая-нибудь ажурная заготовка. Она продается в магазинах фурнитуры. И бусина, какая вам подходит. Итак, это очень быстро и легко. Мы сделали вот такую приятную, милую сережечку, но у нас получилась петелька пин. Он не черный, как швенза, поэтому можно взять лак, черный лак, и легонечко закрасить, как я сделала здесь. Смотрите, вот такая быстрая сборка серёжек у нас получилась сегодня. Лето, друзья, поэтому я думаю, у вас много разных идей. Желаю вам придумывать, креативить. И чтобы ваша фантазия помогала вам жить. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх. И подписывайтесь, если не подписались, чтобы не пропустить чего-нибудь полезного и интересного. Всего хорошего вам, друзья. Пока-пока.